В 2022 году Perseverance продолжит исследовать поверхность Марса, а в Калифорнии тем временем планирует испытание самолета, заправленного водородом. А еще в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу, так что любителям спортивных состязаний тоже будет что пообсуждать. И в честь этого грандиозного события официальный спонсор чемпионата компания Hisense запустила масштабный конкурс, в котором каждый из вас может выиграть крутые призы. Для этого нужно всего лишь с 19 ноября по 19 декабря приобрести телевизор или холодильник Hisense и зарегистрировать чек на специальном сайте. В официальном магазине Hisense широчайший ассортимент техники, среди которой даже Илон Маск нашел бы то, что ему понравится. Например, крутой футуристичный холодильник в космическом дизайне RQ563N4GB1, в котором есть не только электронно-сенсорное управление, но и двухконтурная система охлаждения, позволяющая не смешивать запахи внутри холодильника. И приобретая этого красавца, вы можете выиграть один из трех телевизоров диагональю от 43 до 55 дюймов, дабы не пропустить ни один гол. До чемпионата мира по футболу остался ровно год, а приобрести качественную технику у официального спонсора этого мероприятия вы можете прямо сейчас. Так что скорее переходите по ссылке в описании, покупайте телевизоры и холодильники Hisense и участвуйте в розыгрыше крутых призов. Но поспешите, победители объявят уже 21 декабря. Астрономы то и дело пугают нас разными сценариями апокалипсиса, которые произойдут неизвестно когда. Так, по подсчетам, Солнце может погаснуть через 5 миллиардов лет, а до астероида, который вызовет апокалипсис, ну вроде гибели динозавров, ждать не менее 50 миллионов лет. И это не говоря уже о всяких там черных дырах и столкновениях галактик, которые представляют прямую угрозу для Земли. Однако эти события произойдут настолько нескоро, что даже ваш 100-миллионный потомок вряд ли доживет до этого момента. Но как насчет угроз, которые действительно могли бы уничтожить Землю вот уже несколько раз? И произошли они не когда-то там в эпоху Палеозоя, а буквально пару десятков лет назад. Что это за опасности такие и что защищает нас от них? Давайте разбираться вместе. Для начала вспомним школьный курс физики. Какие планеты есть в Солнечной системе? Наши ближайшие соседы Венера и Марс широко известны публике. А вот ближе всего к Солнцу расположился смельчак Меркурий, температура которого в среднем держится в районе комфортных плюс 67 градусов по Цельсию. Но иногда может незначительно опускаться до минус 183 или подниматься до скромных 427 градусов по Цельсию. А что у нас за Марсом? Сатурн с его кольцами известен многим, а в честь Нептуна так и вовсе называют каждый пятый российский бассейн. Но что насчет Юпитера? Юпитер является крупнейшей планетой Солнечной системы. Его диаметр составляет колоссальные 140 тысяч километров, что примерно в 11 раз больше диаметра Земли. Масса здоровяка превышает земную где-то в 300 раз. Помимо этого, Юпитер — газовый гигант. В основном он состоит из водорода и гелия, поэтому технически у него нет твердой поверхности. Средняя плотность Юпитера лишь на треть больше плотности воды. С погружением в глубины планеты температура и давление увеличиваются, и водород постепенно меняет свое состояние от газа к жидкости. Расчеты показывают, что при давлении порядка миллиона атмосфер местный водород приобретает свойства металла. По предположениям ученых, под слоем такого металлического водорода должно находиться каменное ядро. Но это только лишь предположение. Юпитер обладает наиболее обширной магнитосферой среди всех планет Солнечной системы и мощнейшими радиационными поясами, которые представляют серьезную угрозу для всех космических аппаратов, посещающих окрестности газового гиганта. Отсюда и возникают сложности в изучении нашего соседа, поскольку любые более-менее важные результаты можно получить только приблизившись максимально близко к планете или даже приземлившись на нее, что формально пока что попросту невозможно. Но особую роль в жизни Солнечной системы играет магнитное поле Юпитера. Его гравитация оказывает серьезное воздействие на все соседние планеты. Например, газовый гигант постоянно нарушает орбиты комет, а порой и захватывает их. И именно последняя особенность спасла Землю от катастрофы в 1994 году. 24 марта 1993 в обсерватории Маунт-Паламар супругами Юджином и Каролиной Шумейкерами и Дэвидом Леви была открыта комета, впоследствии получившая название комета Шумейкеров-Леви-9. И к моменту ее обнаружения она уже была разорвана более чем на 20 частей, которые кружили вокруг Юпитера по двухгодичной орбите.
При очередном сближении с планетой в июле 94-го все 22 фрагмента кометы врезались в атмосферу Юпитера со скоростью около 60 км в секунду, вызывая мощные возмущения облачного покрова. Падение фрагментов проходило в течение целой недели, начиная с 16 и по 22 июля. Бомбардировка кометами была предсказана и наблюдалась как с Земли, так и из космоса. Точки падения фрагментов находились в южном полушарии Юпитера, на противоположном по отношению к Земле полушарии. Поэтому сами моменты падения визуально наблюдались только аппаратом Галилео. Однако возмущения в атмосфере Юпитера, возникшие после падения, наблюдались с Земли после полного оборота Юпитера вокруг своей оси. Энергия взрыва составила колоссальные 2 миллиона мегатонн. Первый фрагмент вошел в атмосферу Юпитера в 8 вечера 16 июля. При этом возникла вспышка с температурой около плюс 23 тысяч градусов по Цельсию, а облако газов поднялось в атмосферу до 3000 километров. В результате оно стало наблюдаемым с Земли. Наиболее крупный фрагмент столкнулся с атмосферой утром 18 июля. В результате через несколько часов в атмосфере возникло темное пятно диаметром около 12 тысяч километров, что само по себе сравнимо с диаметром Земли. Физики оценили энергию, выделенную этим темным пятном, в 6 миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте, что где-то в 75 раз больше всего ядерного потенциала, накопленного на Земле. Понятно, что вследствие огромной массы Юпитера, которая в сотни раз превышает массу Земли, это столкновение для газового гиганта не могло иметь глобальных последствий, таких, например, как его раскол на отдельные части или заметное изменение орбиты. Уникальным событием в космосе очень заинтересовался известный физик-теоретик, отец водородной бомбы Эдвард Теллер. Согласно его расчетам, при столкновении наибольшего из вторичных ядер кометы, около 3 км, кометного поезда с планетой-великаном, выделяется колоссальная энергия, которая будет эквивалентна энергии взрыва 10 миллиардов мегатонн тринитротолуола или энергии сотен миллионов тунгусских метеоритов. Если для массивного Юпитера столкновение с кометой не могло представлять серьезной опасности, то для Земли это стало бы глобальной катастрофой. При падении такого тела в густонаселенную область количество жертв даже теоретически подсчитать невозможно. Даже если это произойдет в пустынной местности, неизбежны землетрясения, активизация вулканической деятельности, крупномасштабные пожары. Климат тоже претерпит изменения вследствие выделения в земную атмосферу гигантских объемов вулканического пепла. А в 2009-м произошел второй случай отражения Юпитером прямой угрозы для нашей планеты. Космическое происшествие первым заметил австралийский астроном-любитель Энтони Уэсли. Он не только сфотографировал последствия столкновения, темное пятно диаметром в несколько тысяч километров на поверхности газового гиганта, но и умудрился зафиксировать яркий хвост огненного вихря, поднятого с поверхности южного полюса Юпитера неопознанным космическим телом. Уэсли рассказал о наблюдениях в своем блоге, а после передал снимки в крупнейшие мировые обсерватории и НАСА. Несложные расчеты дали неожиданный результат. Подобная встреча для нашей Земли означала бы чудовищную катастрофу планетарного масштаба. Однако нас от таких потрясений уже много миллионов лет как раз и защищает старший заботливый братец Юпитер, который принимает на себя астероидные атаки. Инцидент 2009-го не стал для Юпитера сколько-нибудь катастрофичным не только из-за размеров крупнейшей планеты Солнечной системы, но и мягкой газовой сути – смеси водорода и гелия. Нежно, как губка, впустив в себя нарушителя, Юпитер поглотил смертоносного гостя. Однако нарушитель атмосферы оставил на поверхности газового гиганта внушительную отметину, ставшую знаменитостью в астрономических кругах. Что же касается самого снимка Энтони Уэсли, то, как пишут астрономы в издании Astrophysical Journal Letters, они сравнили его со снимками Хаббла из 2009-го, на которых видны следы, оставленные на Юпитере, столкновением 94-го года с кометой Шумейкера-Леви. В целом, подобные столкновения космических тел с газовым гигантом считаются достаточно редким явлением. И поэтому ученые полагали, что после инцидента 94-го ничего подобного не произойдет по меньшей мере несколько сот лет. Поэтому столкновение 500-метровой космической скалы с газовым гигантом стало для ученых полной неожиданностью.
Полученные фотографии они сравнили со шрамами, которые комета Шумейкеров-Леви оставила на поверхности планеты за 15 лет до этого, и нашли существенные различия. Самое важное из них состояло в том, что вокруг свежего следа не было обнаружено пылевого ореола на поверхности Юпитера, который должен был остаться при столкновении с кометой. Эти наблюдения позволили ученым сделать вывод – загадочным объектом, вероятно, была не пылевая комета, а твердый космический объект, возможно, прилетевший из расположенного в относительной близости пояса астероидов. Таким образом, старший брат нашей Земли спас нас уже как минимум дважды. Но на деле это была лишь череда связанных между собой событий, в рамках которых огромные космические объекты летели с определенной стороны, и первым их встретил именно Юпитер, оказавшийся на нужной траектории. Может ли что-то подобное повториться в будущем? Да легко! Экранизация «Армагеддона» уже чуть не случилась в 1994, а затем и в 2009 году. Пока что, несмотря на все заявления ученых, мы никак не можем узнать о всех возможных космических угрозах, которые могут уничтожить Землю. В теории не сегодня, так через год или даже 10 лет неимоверно гигантский астероид размером с Европу, не представляющий угрозу для нас, столкнется с космическим мусором, который миллиметр за миллиметром будет изменять его траекторию, и тем самым однажды эта махина направится к Земле. К счастью, благодаря стараниям Брюса Уиллиса, мы уже знаем, что нужно делать. До новых встреч, друзья!